вашего пребывания в Финляндии, там выросли ваши расходы на жилищно-коммунальные услуги? Ну, на жилищно-коммунальные услуги у нас... Ну, придурок. Я, например, последние... Не знаешь, что трамвай сворачивает? Последние 16 лет живу в муниципальном... снимаю у города, можно сказать так, квартиру. И, в принципе, расходы выросли. Там в аренду входит все. Там первогодок, он вообще не понимает. Сколько, если не секрет? Вот сколько обходится все сразу и во сколько обходится в среднем электричество? Мы верим в то, что вы девушка экономная и рачительная в быту. Да, я стараюсь электричество зрение жить. Ну куда надо-то вообще? Сейчас Антон... Ну прямо надо, он пусть трамвай усыпает. Хорошо видно, что здесь мы и так...